Украина имеет право отвечать на агрессию таким способом, как она считает нужным. Я даже не стал это как бы в тему недели выносить, потому что это уже такой бредовый фон, когда Путин там с очередным своим мудаком обсуждает, что Украины никогда не существовало. Да? Они уже просто вообще не скрывают, что их цель — это полное уничтожение Украины не только как государства, но как нации. Да? То есть они говорят, украинцев не существует. Вот это просто, значит, их там обманули, это какие-то там периферийные русские. Да? Вот. Ну, в таких условиях, ну, как, что будет делать нация, которая находится, вот, стала объектом такой агрессии, да? Ну, она будет отвечать, и вот она первая, она абсолютно имеет право на это дело. Более того, я вижу, что российский народ в целом это понимает. Я думаю, что вот особенно жители приграничных районов, они, в принципе, уже поняли, что с вот этой путинской агрессией их спокойная жизнь закончилась.